Важная информация, которая появилась на официальном сайте губернатора и правительства области. Она касается ситуации в Донбассе. Власти региона внимательно следят за происходящим в ЛНР, ДНР, а также на территории Ростовской области. Цитируем официальные комментарии. Белгородская область находится в приграничной зоне. Ситуация в регионе стабильная. В случае необходимости все вопросы с принятием беженцев из ЛНР и ДНР будут решены. Белгородская область всегда протянет руку помощи и поддержит. Конец цитаты.